честь Международного дня борьбы с коррупцией Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организовал конкурс «Коррупция. Твое нет имеет значение». Выставлено более 100 работ. Конкурсная комиссия приступает к работе. И уже в декабре, накануне 9 декабря, будут у нас пойдут награждения. Выставка проходит третий год и стала уже традицией. Планируется увеличить охват участников и публикации работ на таких площадках, как метро и другие общественные места. Кулямова Тахмина, Роман Самарин, Универ Ньюс.